За ноябрь платим в декабре, а за декабрь тоже в декабре. Воскресенцы получили платежные документы сразу за два последних месяца 2021 года. Пугаться не стоит. Сделано это для удобства тех жителей, которые предпочитают за коммуналку по старинке расплачиваться в офисах Мособл-ЕРЦ или банках. Новогодние каникулы. И, соответственно, большинство наших банков и предприятий, которые принимают оплату за жилищно-коммунальные услуги, будет сокращенный режим работы. Некоторые дни будут выходные. Оплачивать досрочно вовсе не обязательно. Это не требование, а способ добиться большего комфорта. Фактически просто увеличен период оплаты. Для тех, кто привык пользоваться сервисами, вообще ничего не меняется. Кстати, если вы все-таки приверженец старой школы и пойдете в Мособл-ЕРЦ, то вас ждет сюрприз. Главный офис переехал. Теперь он располагается по адресу Докторова, 14. Количество окон увеличено, зал приема стал просторнее. А совсем скоро у жителей появится возможность оценивать качество работы сотрудников. Каждое окно будет оснащено специальным планшетом. В ближайшее время в нашем офисе будет большое количество изменений, новая электронная очередь, система качества. Более детально будет производиться контроль, насколько жители удовлетворены ответами наших сотрудников. И это не останется незаметным и будет иметь в том числе подтверждение на электронном формате. Улучшение сервиса ощутить на себе лично можно будет, скорее всего, уже в конце декабря. Дата внедрения технологий пока еще неизвестна точно. Однако будьте уверены, мимо новинок пройти не сможете. Александр Иванов, Евгений Стародубов, новости Искровект.